Сегодня утром в Нижнекамском районе Татарстана обнаружили тела двух мужчин. Оба изранены, на вид им 45-50 лет. На этот час информации немного. Мы связались со специалистами Следственного комитета по республике, и вот что нам удалось узнать. Сегодня около 6 утра возле озера Коряжное, села Прости Нижнекамского района, были обнаружены тела двух неустановленных мужчин в возрасте примерно 45-50 лет с множественными колото-резанными ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Нижнекамск, Следственный комитет Следственного управления Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух лиц». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности злоумышленников. Кроме того, проводится на месте происшествия осмотр места происшествия и другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.